о проекте решения Думы о досрочном прекращении полномочий главы Екатеринбурга. Проект решения подготовлен на основании письменного заявления главы Екатеринбурга, поступившего в Думу от 22 декабря 2020 года. Проектом решения предусмотрено прекратить досрочное полномочия главы Екатеринбурга Высокинского Александра Геннадьевича в связи с отставкой по собственному желанию. До вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования города Екатеринбург в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Устава города полномочия главы Екатеринбурга временно исполняет первый заместитель главы Екатеринбурга Орлов Алексей Валерьевич. Решение в случае принятия вступает в силу немедленно, будет опубликовано в Вестнике Думы и официальном сайте Думы. Доклад закончен. Вопрос. Александр Геннадьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты. Вы знаете, что вчера губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвышев предложил мне перейти на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Я это предложение принял. В связи с этим сегодня утром подписал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом в областное правительство. В целом хочется слова благодарности глубочайшие сказать тем депутатам, кто все это время нас поддерживал, с кем мы прошли огромный путь по изменению технологии уборки города. За 2 года увеличили объемы капитальных ремонтов объектов соцсферы в 2 раза, 1,5 раза объемы капитального строительства. Многие другие городские проекты с точки зрения и благоустройства, и подходов, которые были реализованы, безусловно, будут являться базой для дальнейшего развития города вперед.